Здравствуйте, львы. Это совет Купидона на сентябрь. У вас очень хороший расклад. Что вам советуют делать, что сохранять? Тройка жезлов. Это движение к лучшей жизни. Возможно, продолжение каких-то положительных перемен. Либо выход из чего-то плохого, когда мы вышли и начали двигаться вперед. Продолжайте двигаться вперед. Либо когда какой-то маленький этап чего-то завершен, и мы продолжаем двигаться навстречу еще лучшей жизни. То есть это оптимизм, храбрость. И когда мы делаем что-то для нашего будущего. Для тех, кто одинок, тройка жезлов говорит о том, что что-то на подходе. Но надо это ждать с радостью и оптимизмом, быть готовыми встречать это. Чего не надо делать? Двойка мечей. Это нерешительность. Попытка спрятаться, ну, своего рода в раковину, да, то есть найти либо в чем-то, либо у кого-то какую-то защиту. Но это из-за чего? Из-за внутренних страхов, как правило, из-за боязни быть раненым, ну, то есть больше как страхом руководством, наша нерешительность обусловлена страхами. Вот этого делать не надо. И чему научиться? Шестерка кубков. Ну, во-первых, радоваться жизни, мечтать и фантазировать по-доброму, как ребенок. Ну, не как иллюзии, да, а как ребенок мечтает. То есть вот это вот позитивное по тройке жезлов, оптимизм, да. Потому что ребенок, дети, они оптимистичные, они радостные, они мечтают о хорошем. И еще надо научиться правильно оценивать свое прошлое, не идеализируя его, но извлекая из этого, то есть сохраняя хорошую память о добрых событиях, не идеализируя то, что было, когда кажется, что небо было голубее. То есть правильно оценивать это и находить радости в простых удовольствиях. Ну и опять-таки мечтать, как дети, радоваться жизни. Я желаю вам любви и счастья, дорогие львы. Пока!